В зале заседаний районной администрации прошла 16-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Всего на повестке дня стояло 16 вопросов, каждый из которых подробно обсудили на депутатских комиссиях. В частности, возникла необходимость внести изменения в решение Совета в связи с выделением краевых средств для жителей района, пострадавших от наводнения 6 июля. На основании положения о бюджетном процессе в нашем районе подготовлено срочно, потому что это вопрос, не требующий отлагательства, соответствующее письменное обращение на председателя совета, а также на председателя контрольно-счетной палаты. Также депутаты обсудили утверждение перечня свободных земельных участков для многодетных семей, внесение изменений в правила землепользования и застройки поселений, изменение структуры районной администрации и другие вопросы. Каждый из них народные избранники единогласно приняли за основу и в целом.